Меры предосторожности при использовании электроприборов. Систематически проверяйте исправность электропроводки, розеток и штепсельных вилок. Перегрузка электросети может привести к воспламенению, поэтому опасно одновременно включать несколько мощных приборов. Нельзя прокладывать провода под коврами и другими покрытиями, а также ставить на провода мебель. Пользуйтесь электроприборами исключительно заводского изготовления. Кустарное производство не учитывает правил безопасности. Thank you.